Воскресный игровой вечер завершался матчем казанского «Уникса» и латвийского «ВЭФ». Гости очень старательно играли в обороне, но в этом моменте Мелвин Эджем все-таки добился своего – попадания с фолом после подбора в атаке. Какой американец не любит быстрые отрывы? Трентон Локет их просто обожает. Защитник завершил навесную передачу Джамара Смита красивейшим данком. Воу! Смотрим еще раз. Кент Браун не прощает соперников за ошибки в обороне. Американец реализовал свободный трехочковый. А вот Мелвину Эджему не страшна никакая защита. Форвард завершил проход эффектным данком через Клавса Каверса. Пол Картер забивал много и на любой вкус. Этот бросок получился самым непростым. В конце первой половины гости после трехочкового Каспарса Берзинша вышли вперед 44-43. Трентон Локет показал мастер-класс по игре 1-1. Американец обыграл оппонента и красиво забил сиреной с отклонением. Попробуй догони! Хакин Колом убегает от защиты ВЭФ и поражает цель, получая право на бонусный штрафной. Во второй половине гости пытались сократить разрыв за счет трехочковых. Вновь отличился Кен Браун. А в этой атаке защитник ВЭФ красиво обыграл Антона Панкрашова и набрал 2 очка. Алекс Перес раскачал Андрея Кощеева и завершил владение точным броском со средней. Самый ценный игрок марта Джамар Смит сравнивает счет в конце третьей четверти. Это одно из его 4 дальних попаданий. Всего у Смита 16 очков при 7 попытках с игры. Потрясающая эффективность! Лучшим в составе «Уникса» стал Хоакин Колом. 18 очков, 5 подборов и 8 передач. В качестве десерта бросок Кена Брауна сверху на последних секундах встречи. 89-81. «Уникс» одерживает дома 5-ю победу подряд.